Ну что ж, всем привет, друзья, с вами, как всегда, я Витя, сегодня мы поговорим о кейсах, о 5 кейсах, да, но добро пожаловать в новую рубрику «Дешевый дорогой дроп из кейса». Мы будем полностью разбирать все кейсы, которые когда-либо существовали или существуют по сей день. Для начала разберем только кейсы, а потом уже как пойдет. Погнали! Самый первый кейс. Тираж 1, релиз 14 августа 2013 года. В этом кейсе всего 9 скинов. Самый дешевый дроп — это SG-553 ультрафиолет поношенная за 548 рублей. Но самый дорогой дроп — АВП удар молнии немного поношенный. 73 451 рубль. И людей в основном больше всего выбивают АУК крылья прямо с завода. На торговой площадке их 333 штуки. Самый редкий же предмет из этого кейса — это StarTech АВП удар молнии, немного поношенный. На торговой площадке всего 2 таких АВП. Этот кейс стоит 3414 рублей на момент записи. И кейс очень дорогой, потому что он самый первый. Следующий кейс. Кейс eSports 2013 тираж 2. Релиз 14 августа 2013 года. Всего скинов 9. Самый дешевый скин — М4А4 тусклые полосы, закаленные в боях, 107 рублей. Самый дорогой дроп — АК-47 красный глянец прямо с завода. Внимание, 103 047 рублей стоит этот калаш. 103 тысячи. При том, то, что он выглядит, как по мне, не очень. Больше всего людей выбивают М4А4 тусклые полосы после полевых испытаний. На торговой площадке их сейчас находится 310 штук. Самый редкий же предмет, который выбивают игроки, это StarTech АК-47 красный глянец прямо с завода. В продаже всего 2 калаша. 2 калаша на торговой площадке. Этот кейс стоит у нас 2554 рубля на момент записи. Следующий кейс. Кейс операции Браво. Тираж номер 3. Релиз 19 сентября 2013 года. Всего скинов 15. Самый дешевый скин — плетка винтаж, закаленная в боях, 142 рубля. Самый дорогой дроп — это, конечно же, АК-47 огненный змей поношенная. 135 629 рублей стоит этот калаш. Больше всего людей выбили М4А1С «Чистая вода», немного поношенная. На торговой площадке 287 эмок. Самый редкий предмет — StarTech АК-47 «Огненный змей» прямо с завода. Одна штука, один калаш на торговой площадке находится. Стоимость данного кейса составляет 3103 рубля. Оружейный кейс CSGO номер 2, тираж 4. Его добавили 6 ноября 2013 года. Всего скинов 12. Самый дешевый скин — SCAR-20. Кровавая паутина поношенная. Стоит он 95 рублей. И самый дорогой скин — SSG-08. Кровь в воде прямо с завода. 25 818 рублей. Я думал, SSG-08 кровь в воде — это относительно какой-нибудь новый скин. Добавлен он в каком-нибудь 16-17 году. А он один из первых скинов. Я не знаю, почему я так думал. Больше всего людей выбили М4А1С «Кровавый тигр», немного поношенная. 819 штук на торговой площадке. И самый редкий скин — это StarTech SSG-08 «Кровь в воде» прямо с завода. На торговой площадке всего 2 мухи находятся. Этот кейс у нас стоит 376 рублей. Какая маленькая цена по сравнению с другими кейсами. И какая маленькая цена максимального дропа SSG-08, но, конечно же, мы ножи не берем. Зимний кейс eSports 2013. Блять! Тираж. Пятый релиз 18 декабря 2013 года. Всего скинов в этом кейсе 12. Самый дешевый скин — 5-7 послен, закаленный в боях. 69 рублей стоит всего. Мало. Самый дорогой скин — Дигл ржавый кобальт прямо завода. Кстати, он выглядит очень круто. 9492 рубля, ну тоже по сравнению с прошлыми кейсами не очень так. Больше всего людей выбили АК-47 синий глянец, немного поношенная, на торговой площадке 726 калашей. И самый редкий — это StarTech АВП электрический улей поношенная. На торговой площадке всего 2 штуки. Стоимость данного кейса — 298 рублей. Подороже, чем прошлый даже. Я надеюсь, вам зашла данная рубрика. Пишите в комментариях, ставьте лайки. С вами был, как всегда, я Визер. Всем удачи, всем пока.